дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на канале На кухню Любани. Сегодня я буду готовить, значит, куриное филе. Куриное филе будет нарезано кусочками, будет очень вкусное. Я все вам потом расскажу, а для начала я нарежу филе. Здесь у меня филе где-то так вот, ну, грамм 700-800. Нарежем мы его вот такими, смотрите, я его тут немножечко разобрала, вот такими кусочками где-то. Итак, филе я нарезала вот такие кусочки. Не мелкие, ну нормальненькие. Такие, что можно было нанизать на вилочку, так сказать, и кушать. Готовлю я филе такое, как вот, знаете, выражаются, на раз. Я не заготавливаю, не готовлю так, чтобы оно осталось там, ну, сказать, на утро. Вот сейчас на ужин я приготовила, мы его покушали. Вот, значит, смотрите, филе есть. Теперь я сюда добавляю 2 ложечки соевый соус. Вот так вот отправляем. Это мы будем говорить так, маринуем. Дальше у меня вот здесь вот белок. Один белок. Видите, вот. Это яичный белок. Тоже сюда. Он тоже сыграет хорошую роль в этом блюде. Потом у меня идет лимонный сок. Можно уксус 6 или 9%. 1 столовая ложечка. Тоже сюда отправляем. Вот. Так, теперь смотрите, куда же одеваться, как всегда, без соды. Да, кому-то это, может, уже надоело, но я вам хочу сказать, девочки, мальчики, сода – это королева кулинарии. У нас будут ссылочки, у нас уже есть ссылочки, почитайте, не бойтесь. Ну, просто ее не надо сыпать очень много, его надо добавлять немножечко. Вот здесь вот меньше, чем половина чайной ложечки. Вот видите, вот она сода. Отправляю сюда. Сейчас там даже будет реакция, потому что где попалась на кислоту, то она немножечко зашумит. Немножечко, совсем слегка вот так вот перемешала. И сразу добавляю сюда крахмал. 3 чайные ложки. Обыкновенный картофельный крахмал. Вот теперь я должна буду все это хорошо-хорошо перемешать. Заметьте, соль не добавляю, потому что у меня соевый соус, он такой, знаете, соленый, он, ну, такой, как не разведенный, хорошая такая консистенция, густая и соленый, поэтому я соль не добавляю. Ждем. И смотрите, когда я это все хорошенько перемешала, сейчас масло растительное уберу, вот так вот практически все обволокло, вот видите, такая вот масса, вот все такое. Теперь я добавлю сюда чайную ложечку для цвета, вот так, даже с горкой. Паприка. Она ничего плохого не сделает нам, никакого вкуса не придаст, ни вкуса, ни аромата, ничего. Но она сработает на красоту. Потому сейчас еще раз хорошенько перемешиваем. Итак, смотрите, маринад я это куриное филе хорошенько, видите, перемешала, перемесила, перекрутила, все отлично. Теперь я его оставлю так где-то минут 20-30, чтобы оно промариновалось. Мы подождем, и вы, и я будем ждать, хорошо? Так, прошло 30 минут. Значит, смотрите, теперь я добавлю, я вот уже измельчила 2 зубочка чесночка. Курочка вообще любит чесночок. И кроме того, чтобы там, если кто-то боится, чтобы убрать лишний запах соды, как говорят. Хотя, я хочу вам сказать, что вы можете сразу вот понюхать, абсолютно его не слышно. Вот. Знаете, вот сейчас беру я вилочкой и накалываю, и вот оно уже такое, знаете, как ватное, легко-легко прокалывается, вот это филе. Дальше. Значит, сковородочку поставила на огонь, вот она. Наливаю где-то так 3-4 столовые ложечки растительного масла. Вот так вот. Добавляю. И хорошенько-хорошенько мы должны его разогреть. А мы тем временем... Здесь у меня 4 столовые ложечки соевого соуса. Вот он. Добавляю. Это уже будет, как, знаете, как соус. Это мы делали маринад, а это соус. Значит, 4 столовые ложки соуса плюс 1 столовая ложечка лимонного сока и 1 чайная ложечка меда. Мед, он даст такую, знаете, карамелизуется, он будет красивый, тоже должен быть. Ну и вкус, соответственно, сладенький. Это все хорошенько надо перемешать. И не забываем, следим за сковородкой. Хорошо? Масло наше уже, так знаете, шкварчит, накалилось. Да,
такого состояния, которое нам надо. Теперь мы аккуратненько по одному. Хочу предупредить, что курочку эту жарить желательно, знаете, я говорю, в один ряд ложить. Вот выкладываем. Выкладываем и на сильном огне обжариваем, не отходя. Сейчас огонь добавим. Итак, смотрите, курочку мы обжариваем где-то по 2 минутки. С одной стороны, теперь смотрите, вот переворачиваю. Обратите внимание, какой красивый цвет. Аромат, девочки, мальчики, не могу вам передать. Это же еще не все, это только начало. Вот каждый кусочек обязательно вот так вот перевернем и обжарим еще пару минуточек с другой стороны. Итак, курочка приобрела вот такой красивый, смотрите, румяный цвет. Вот, практически по 2-3 минутки с каждой стороны. Теперь я убавила огонь, меньше среднего. И вот этот вот маринад, который, то есть не маринад, а соус, который я делала с медом, я сейчас аккуратненько вот полью по всей курочке, чтобы везде-везде попало. Сейчас вот полью и потом еще, сейчас секундочку. Вот так вот, чтобы на каждый кусочек. Ну, потом мы, конечно, еще перемешаем. Вот, но заметьте, огонь убавила, вот. И теперь я сюда же добавлю, здесь у меня вот кунжутные зернышки или семечки, как вы их называете, черные и белые, не обжаренные, столовая ложечка. Тоже посыпем сверху. Вот. И теперь еще мы протушим это все на таком, ну, протушим, прожарим на медленном огне или на маленьком огне. Где-то 5-7, в общей сложности где-то 5-7 минут. Ждем. Итак, дорогие мои, курочка наша готова. Обратите внимание. Аромат, вот видите, еще шкварчит. Но уже надо снимать, потому что вот то, что надо. 5 минут, даже где-то около 5-7 минут, больше не надо, чтобы она, ну, не стоит ее, чтобы она не почернела, понимаете? Потому что когда там же у нас мед, он же карамелизуется, и когда вы будете выжаривать вот это вот полностью, выжарите вот этот жир, то тогда она будет черная. Обратите внимание. Ну что, для начала я хочу вам сказать, что это очень вкусно. Ну, я попробую. Да, вот давайте даже так вот, ну, любой кусочек разрезать можно. Смотрите, как он режется. Ну, что сказать, вот он, вот он, вот оно. Обратите внимание, что серединка вот такая, вы знаете, вот сочная, сочная и такая. Знаете, я в таком случае говорю, само пошло, даже не жевала, очень вкусно. Да хватит. Я повар, имею полное право, правда? Извините. Ну что ж, девочки, мальчики, вот такое у нас блюдо получилось. Блюдо получилось очень вкусное. Аромата или запаха соды абсолютно нет. Аромат чесночка. Аромат, знаете, даже вот лимонного сока, он дает какой-то такой вот, ну, привкус. Но это очень-очень вкусно. Поверьте мне, что смотрите, вот оно. Видите, красивая, сочная. Кушать желательно горяченькую. Сейчас вот разделим на ужин. Как раз уже время ужинать. Салатиком с рисом, с картошечкой. Что у вас есть? Больше мне даже сказать нечего. Я одно вам скажу, что не бойтесь соды. У нас есть ссылки. Пробуйте, смотрите. Главное, как моя говорила бабушка, не переборщите. Лучше насыпьте немножко меньше. Или же обратите внимание. Я вот пишу, у меня 1,5 килограмма мяса. И чайная ложечка соды. Если у вас 0,5 килограмма, то, безусловно, вы не должны, дорогие мои, вы не должны полную чайную ложку. Это будет 1/3. Лучше немножко меньше. Я вас просто прошу, чтобы потом не было, что, знаете, есть такой казус даже, что запах какой-то, привкус половой тряпки. Честно, смешно. Я не знаю, я не пробовала половую тряпку на вкус, и никогда вообще я не... Ну, как сказать, потому, знаете, это даже смешно. Это если люди хотят посмеяться надо мной, я понимаю ваши шутки, но это, конечно, это глупость. Мы об этом не будем. Не будем о грустном, будем о хорошем. Курочка удалась, очень вкусная, сочная. Сочная она благодаря соде, которая, знаете, разбила там вот эти все кислоты. Ну, там, это химия целая, я хочу вам сказать. А крахмал и белок яйца, он обволок вот эту, знаете, вот курочку обволок. Сейчас я же вот вам покажу, если ты можешь. Только не пробуй. Больше не буду. Оболок вот это вокруг все мяско. И оно, знаете, вот как и говорят, бархатистое. Смотрите, вот оно, боже, ну прям я не могу нарадоваться. Очень, 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 очень. Боже, мама же меня учила пальцы не облизывать. Заходите на мой канал, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки, если не жалко. Будьте все здоровы и счастливы. И, как всегда, до свидания.